Так, сегодня у нас уже пятница. Осталось всего лишь пару дней, пока мы доедем до дома. В принципе, это, наверное, будет последнее место, куда мы заедем на своей дороге домой. И в Румынии для нас это место Трансфагараж. Это дорога в горах, это 80 километров в гору. И, наверное, одна из самых красивейших дорог вообще, которая есть. Это горный серпантин с офигенными видами. Ну, в общем, доедем, снимем, покажем всем. Мы въехали на Трансфагараж. В принципе, давно уже, но вот здесь такая уже горная дорога начинается. И вот там вот наверху находится настоящий замок графа Дракулы или Влада Цепиша. А не тот замок, куда ведут все указатели, который разрекламированный замок туристический. Мы там, в принципе, были. Если поедете в тот замок, который, не помню, в каком городе он был, он числится везде как замок графа Дракулы. Честно говоря, скажу, не теряйте времени и вообще не едьте туда. Там абсолютно ничего нету. Там пару каких-то комнатушек, которые вообще никаким образом не относятся к графу Дракулы, и лишь на последнем этаже, возможно, будет там одна комнатка, где показывают какое-то видео с привидениями, там и пару вещей Влада Цепиша лежит. А вот настоящий замок находится здесь, на Трансфагараже, но, к сожалению, дорога туда закрыта. В принципе, я не знаю, может быть, конечно, сейчас открыли, но еще год назад оно точно было закрыто, поскольку здесь медведи, и был случай, мы там смотрели, почему закрыта дорога, было написано, что пару человек здесь, туристов, напали медведи, и, в общем-то, доступ к тому замку был закрыт. Здесь вот такая получается дорога, это еще самое начало, но здесь уже офигенные виды. Поднимемся чуть повыше, тогда еще снимем, покажем. Домба.
хочет оставить машину и погонять здесь по самим горам, по горным тропинкам, то вот здесь нужно арендовать АТВ. И, в принципе, на самом Трансфагараше тоже здесь довольно большое количество отелей. Можно здесь прям сразу переночевать. Бронировать надо хочет. За год. Но бронировать здесь надо очень задолго, да, здесь места просто разбирают очень быстро. Так что, если собираетесь ехать, то постоянно надо мониторить, искать, если хотите заночевать именно на самом Трансфагараше и на въезде в него. А так, внизу, до въездов тоже огромное количество всяких ночлегов, где можно переночевать, поэтому можно приехать, переночевать и потом уже спокойно покататься, посмотреть и насладиться видами. Ну и, собственно, уже много лет подряд, сколько мы сюда приезжаем, вот так здесь спокойно вдоль дорог гуляют медведи. Да нет, машину бери. О, вкусно? Нормально, морковку жует. Ехал мотоцикл, приехал, он отошел. Такое. Да нет. Подожди. Поехали? Подожди. Вон, он уже близко. Не, он пошел в другую сторону. Не хочешь морковку? Одно из лучших мест, одна из красивейших дорог. Блин, здесь реально просто офигенно. Ну вот здесь, наверное, практически самая высокая точка будет, где можно проехать на машине. Это около 2000 метров. Здесь вот стоит горно-спасательная станция. Да, вот там находится, в принципе, уже тоннель, и вот здесь это самая наивысшая точка, в которую можно заехать. Это чтобы пешком. Ну да, можно туда выше погулять, конечно, пешочком. Здесь получается. Там ворота есть, которые закрывают. Отара овец. Не знаю, почему именно здесь, но каждый год где-то живет, что ли, здесь интересно. Но вот именно сюда пригоняют сюда баранов. Это он здесь, отара. Видишь, снег? Вот белый, вот овцы. Да, там овцы, снег лежит. Здесь мы сейчас 2000 метров. Получается.
Ну что, мы заехали на самую высшую точку Трансфагараша. Это чуть больше 2000 метров. Снега там есть внизу чуть-чуть, а здесь на самом верху не было. Нет. В общем-то, вот и все. Здесь туннель, здесь ворота, которые закрывают Трансфагараж. Он работает не круглый год. Блин, здесь реально круто. Мы приезжаем сюда каждый год и каждый год любуемся этим. Если будет возможность, обязательно едьте здесь, не езжайте через объездную дорогу. Вот, в общем, мы выезжаем, поедем сегодня дальше. Нам сегодня самый большой переезд, это 800 с лишним километров, почти 900. Мы едем до самой Польши. В общем, смотрите нас. Здесь, кстати, да, еще есть канатная дорога. Можно, вот там она наверху находится. Можно сюда наверх приехать, спуститься вниз. Но мы ни разу, да, не видели, чтобы она работала. Вот там какая-то кабинка есть, красная висит. И работает она или нет, не знаю, сколько раз мы 3 года здесь проезжаем. Туда-обратно, когда едем. Ни разу не видели, чтобы здесь двигались кабинки, но по факту она есть тут. Так, еще немножко вам поснимаю просто видов отсюда. Это просто бомба. Сегодня, кстати, тепло, здесь около 20 градусов, 18 показывает. Один год мы сюда приезжали, здесь было 12 градусов летом. Мы езжали на Трансфагараж, внизу было 30. Приехали на самый верх, здесь был туман, облака прям в облаках стояли прям. И было 13 градусов здесь. Вот эти канаты. Дороги эти реально можно снимать, конечно, всю дорогу бесконечно, все эти 80 километров, потому что здесь куда ни посмотри, везде просто красота офигенная. Поэтому лучше один раз приехать, хотя бы один раз, но приехать сюда, погулять и посмотреть. Да, там овцы спускаются или поднимаются, это большая тара овец. Так что лучше приехать, посмотреть. Кстати, да, только недавно сказали, что не видели, работает ли фуникулер. Точнее, канатная дорога, вот она там сверху. Работает. Только как раз увидели кабинку, поднималась наверх она. Так что канатная дорога работает. Нужно по ней съехать. Переходят дорогу, их тут очень много, они прям гуськом друг за другом там по тропинкам по этим идут, так что будем стоять сейчас ждать тут, пока овечки дорогу перейдут. Вот они тут, барашки. Бегом прям такая скачет. Ага. Тихо, там уже бегут. Ну идите, что делать? Привет! Сейчас давай. Да, сейчас давай. Тут еще такой. Завидно. Тут сели, сюда пришли, тепловые езды. Этого не было.
была. Была, была. Когда-нибудь, да, возможно, и сделают уже платные дороги, потому что он ремонтирует, укладывает. Местами асфальт новый лежит. И, возможно, когда-то, да, въезд будет на трансфогараж платным. Но я думаю, все равно люди будут платить и ехать. И тут есть за что заплатить. В прошлый раз ехали, сколько там, 1.4 показала, да, что сейчас вся дорога будет вниз, 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 вниз. Ну, в принципе, да, в этой части уже все здесь, по идее, будет через лес. В общем, ехали по румынской дороге, остановились поесть, какой-то нудл пак. В общем, у меня спринг-роллы и курица. Мальчиков макароны, чем с курицей. Курица, с овощами. Курица, овощи. У Романа мелкие макароны с овощами. Скажите впечатление. Вкусно. Вам вкусно? Да. Очень вкусно, заезжайте. Мы доехали до румынско-венгерской границы. Ну как относительной границы, документы здесь все равно, конечно, проверяют. Короче, ну а это для нас примерно чуть больше, чем полпути. Сегодня запланировано было почти 900 километров, еще ехать 385 нам. Ну, переезд, короче, выглядит примерно вот так вот. Машины, фуры туда, здесь легковые машины. Вот. В принципе, в прошлый раз нас документы посмотрели, быстренько выпустили, мы проехали. Вот, как-то так, ехать еще долго. Так что пока не прощаем. Ну что, как говорится, добро пожаловать домой. Приближаемся к дому. Пару дней, конечно, еще ехать. Несколько там. Но, похоже, да, погода тут не очень в нашем региончике. Так что как-то не очень хочется возвращаться, но что делать? В понедельник уже на работу. Так, все, мы сегодня въехали еще в одну страну, и это уже Словакия на сегодня. В принципе, тут ничего нету. Обычная автострада, соединяющая Словакию и Венгрию. Ни погранпунктов, ничего нету, просто стоят столбы о том, что мы въехали в Словакию, мы въехали из Венгрии. Но это еще не последняя на сегодня, будет еще одна. Сегодня мы планируем переночевать уже в Польше. Доброе утро. Ну что, наши польские приключения продолжаются.